Видно, что у каждого из вас есть своя запавшая глубоко в душу мелодия из любимого фильма, который всегда хочется послушать в определенном состоянии, настроении, вне зависимости от погоды и времени года. И именно такие мелодии сегодня для вас исполнил духовой оркестр Коломенской филармонии под управлением главного дирижера Коломенской филармонии, заслуженного работника культуры Российской Федерации Александра Пономарева. Ну а также под бурные аплодисменты я хочу пригласить на сцену солистов, наших великолепных солистов, артист Коломенской филармонии Юрий Меркулов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, замечательные, великолепные, Алена Лунич. Ну а сейчас я хочу предоставить слово директору Коломенской филармонии. Подождите, Александр Владимирович. Директору Коломенской филармонии Надежде Александровне Зубениной. Дорогие друзья, уважаемые наши преданные и любимые зрители, слушатели, маленькие, большие, мы вас всех сегодня очень рады видеть в этом уютном сквере, здесь, в центре, в сердце нашего прекрасного города. И сегодня с этой сцены нам бы хотелось сказать большое спасибо артистам Коломенской филармонии, артистам духового оркестра, которые верно служат искусству. Музыканты не просто артисты, которые играют и владеют своим инструментом великолепно. Это истинные ценители, это высокие профессионалы своего дела, это артисты, которые любят свое дело и любят вас, дорогих зрителей. И каждый концерт — это большое счастье выходить на сцену, дарить свою музыку вам, нашим дорогим зрителям. И летние концерты Коломенской филармонии можно объявить открытыми. Мы поздравляем вас с началом летнего сезона концертов под открытым небом. Следите за афишами Коломенской филармонии и следите за сводками погоды. Если нет дождя, мы вас всегда рады видеть здесь, на этой сцене. И очень хочется передать благодарности Управлению по культуре и туризму администрации городского округа Коломна нашим музыкантам. У нас есть благодарственные письма, красивые, яркие, от начальника Управления по культуре. А вы, я думаю, поддержите наших музыкантов. Благодарность Управления по культуре и туризму администрации городского округа Коломна вручается Дормидонтову Никите Васильевичу, артисту духового оркестра. Мы говорим большое спасибо Никите Васильевичу за плодотворный труд, добросовестный труд и прекрасное мастерство. Великолепный наш ударник! Мы говорим большое спасибо блистательному саксофонисту Тихомирову Михаилу Алексеевичу и его блестящему мастерству. Спасибо большое, Михаил Алексеевич, спасибо вам за ваш труд. Спасибо, поздравляем вас. Почетная грамота Управление по культуре и туризму вручается Малаховой Татьяне Викторовне, единственной девушке в этом мужском коллективе. Спасибо большое нашим уважаемым артистам, всем, каждому в отдельности. Огромное спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы сегодня с нами. Увидимся в следующую пятницу. При хорошей погоде. Ну вот теперь все. Программу вел Олег Фомушкин.